Приветствую вас, дорогие друзья! С вами священник Павел Крысанов и программа «Дорога к храму». В январе православные христиане отметили один из самых главных христианских праздников – Рождество Христово. На Видненской земле праздничные богослужения прошли во всех храмах. В одном из них, в храме Александра Невского, города Видное, побывала и наша съемочная группа. Рождество Христово – один из 12 главных праздников православной церкви. Вплоть до IV века крещение и Рождество отмечали в один день. Но постепенно Рождество выделилось в отдельный праздник, который ежегодно собирает в храмах на торжественную литургию тысячи людей по всему миру. Один из величайших праздников христианства. А почему вы так считаете, что это один из величайших? Потому что Иисус Христос родился, наш Спаситель. Светлый такой классный праздник, не знаю. Это семейный праздник. И в доме должно быть всегда добро, а люди ждут всегда непременно какого-то волшебного чуда. В нашем муниципалитете праздничные торжественные литургии прошли во всех церквях. Не стал исключением и Александро-Невский храм. Где есть рождейся царь иудейский, видихом бо звезду его на востоце. Многие пришли на рождественскую службу целыми семьями. Это родился Спаситель нас, Иисус Христос, который за нас отдал свою жизнь. Вот наш муж, мой муж прошел с детьми, мы идем, мы каждый праздник ходим всегда на службу. И у нас такое чувство, как будто вот начинается новое что-то, обновление идет. Это начало всех начал. Очень светлый и радостный праздник. Всегда стараетесь прийти вот вместе? Мы приходим, да. Уже много лет приходим вместе с внучкой, всей семьей. Вера, она в душе, конечно, человек, но какие-то традиции нужно соблюдать. И вот для меня это, да, традиция прийти в Рождество, в храм, как-то почувствовать именно, ну, праздник. Храм был украшен традиционными еловыми ветвями. В воздухе витала праздничная атмосфера, и каждый, кто пришел в эту ночь в храм, старался поделиться радостью с другими. Мира, добра и счастья всем. Всем. Здоровья, конечно же, счастья семьям, детям, вообще всем людям в целом. Благополучия, достатка, семейного счастья. Мира и добра, чтобы все были счастливы, здоровы и живы, прежде всего. Самое главное. Верующих было настолько много, что храм не смог вместить всех желающих. Но люди продолжали приходить на божественную литургию до поздней ночи. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Повеселиться и получить новые впечатления во время зимних каникул смогли участники 8-го ежегодного семейного ралли «Батя». Место, где необходимо было финишировать, до последнего держалось в секрете от экипажей. Как это было, расскажем в нашем сюжете. Во время новогодних праздников прошло 8-е ежегодное семейное ралли «Батя». Старт участников состоялся в 12 утра на Поклонной горе, а финиш – в селе Остров. Впервые ралли было организовано в 2013 году. На тот момент оно являлось первым любительским спортивным семейным состязанием. У нас было всего лишь 27 экипажей, и через год случилось невероятное чудо, что настолько всем понравилось, что все захотели, чтобы это вновь состоялось. И нас гостеприимно приняла рыболовная усадьба «Остров». Движение проходит по улицам Москвы и Подмосковья, конечно, строго по правилам дорожного движения. Участники получают наклейки на машины и дорожные книги с ориентирами, по которым экипаж ведет штурман, который должен быть не моложе 12 лет. Ну, очень большая ответственность, то есть, как бы, на тебе лежит в основном все, потому что водитель, как бы, зависит от того, как ты его поведешь, так он и поедет, то есть, скажешь налево, он поедет налево, скажешь направо, он поедет направо. В этом году в ралли принимало участие 59 экипажей. Финишировавшие семьи разместились в банкетном зале рыболовной усадьбы, где смогли перекусить и отдохнуть. Для детей нашлось немало занятий – гонки на игрушечных машинах, рисование. Все ждали результатов состязания и делились впечатлениями. Мне очень понравилось. Мы были с сыном, вот, и сам процесс это очень затягивает. Интересно, держит напряжение, такое какое-то приятное чувство, особенно, как, если можно сказать, послевкусие. Мне очень нравится, очень, очень здорово. Вся семья в восторге, и мы для себя решили, что по возможности, конечно, это будет наша семейная традиция участвовать в ралли-бате каждый год. Помимо наград за победу, участники получили призы в различных номинациях. Ни один экипаж не уехал без грамоты и подарка от организаторов. Ведь девиз ралли – «Семья – это дружный экипаж».
Когда семья преодолевает какое-то серьезное испытание, оно непростое, проверяются какие-то качества, да, семья как раз учится и видит, как взаимоотношения внутри семьи влияют, хорошо или плохо. Домой все команды отправились с приливом новых сил и энергии, ведь провести время с родными в небольшом путешествии – это уже настоящая победа. Александра Столярова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. 19 января верующие отметили крещение Господне. В этот день церковь вспоминает крещение Иисуса Христа в Иордане. Освящению воды предшествует праздничная служба. Об этом подробнее расскажет наш корреспондент. Крещение или Богоявление – один из 12 главных православных праздников. В сочельник верующие собираются на литургию. В храме следует исповедаться и причаститься. Главный символ этого праздника – вода, которая по преданию в ночь на крещение после чина освящения обретает целебные свойства. Обязательно прийти в храм, набрать святой воды, потому что она является, получает в этот день особую благодать и является источником этой благодати. Кропить жилище, попить этой водички, иметь ее с собой в запасе, потом на весь год, чтобы хватило до следующего праздника Богоявления. Праздничный молебен в храме часовни святого благоверного князя Александра Невского деревни Опаренки отслужил настоятель, священник Дмитрий Довбыш. О, Ирода, не крещающийся Тебе, Господи, троическое весепоклонение. После освящения воды отец Дмитрий предложил собравшимся верующим пройти крестным ходом до водоема, где можно было окунуться в специально подготовленной купели. Пруд находится на территории учебного полигона пожарно-спасательного центра. Во время проведения мероприятия здесь дежурили медики, спасатели и сотрудники полиции. Нашей службой в количестве 50 человек, все это сейчас здесь обеспечивается порядок, обеспечивается пропускной режим, обеспечивается вот порядок самой купели, на территории организована стоянка, ну и все условия подготовлены и созданы. Для обеспечения комфорта купающихся были оборудованы теплые раздевалки и работала полевая кухня, где можно было попить горячего чая. Желающих совершить обряд омовения было много. Это очищение духа своего, прежде всего, и как бы подготовка к дальнейшему жизненному пути. Это есть та святость, которая необходима человеку. Главное – очищение. Попробую окунуться и очиститься, чтобы мысли были светлыми. Это вера в церковь, говорится, надо ходить, верить. Если ты веришь, то, я думаю, ты легко сделаешь. Всего в Ленинском округе для крещенских купаний было подготовлено 8 мест. По сообщениям единой дежурно-диспетчерской службы, окунулись в водоемы ночью более 2000 человек. Все мероприятия прошли без инцидентов. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. История храма Ксении Петербургской началась в 2012 году, когда в ответ на обращение местных жителей было получено благословение митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия на возведение обители в деревне Слобода Развилковского сельского поселения. После совершения молебна на основание храма началось его строительство, длившееся более 5 лет. За этот период, можно сказать, за 6 лет, был построен храм, был создан как и внешний, так и внутренний интерьер храма. Была построена и звонница, которая находится на территории, и дом причта. Была построена и воскресная школа, в которой сейчас проводятся занятия. Освящение нового храма во имя великомученицы Ксении Петербургской состоялось 9 июля 2019 года. Торжественный чин возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий. По окончании богослужения митрополиту в память о событии от Видновского благочиния была подарена икона. Он же, в свою очередь, наградил патриаршими медалями благоустроителей храма и особо потрудившихся в деле строительства и украшения церкви.
На освящении и благослужении присутствовало много прихожан, представителей местной и районной власти. Глава района поздравил всех присутствующих с замечательным событием. Ведь теперь у жителей деревни Слобода, да и у всех желающих, всегда есть возможность по велению души посетить этот новый храм. Мы очень благодарны создателю этого храма, посещаем его. Рада, что у нас появилась такая, как благодать на нас Божья сошла. Храм очень красив и необычен. Звонница располагается на земле. Желающие могут прикоснуться к ним и ощутить их благость. Фасады украшают мозаичные лики святых. На одном из них изображена в полный рост великомученица Ксения, именем которой освящен храм. Выложена и ее заповедь: «Да любите друг друга, как я возлюбила вас». Эту святую с берегов Невы почитают во всем христианском мире. В ее честь построено много храмов. И вот теперь у нас на Видновской земле есть ее обитель. У меня просто особое почитание Ксении Петербургской, потому что я была в Петербурге неоднократно, у ее часовеньки, мощами ее поклонялась. Все. И поэтому как-то мне сюда душа тянется. Очень рада, довольна, что хоть вот даже не ожидали, что вот у нас здесь рядом может быть построен храм. Радуюсь, что вот в честь Ксении Петербургской построен храм. Правда, я вот в Санкт-Петербурге не была, там, где часовенка, где могилка, но думаю, что, может быть, будет паломническая какая-то экскурсия, что удастся туда съездить. Как в свою семью в гости, когда приходят в гости, понимаете, здесь нету такого, как захожане. Здесь действительно прихожане, которым здесь с добротой, и здесь Божья любовь. Интересно, необычно и очень красиво внутреннее убранство храма. Перед нами встает иконостас. В данном случае у нас он довольно-таки необычный, он имеет всего лишь два ряда. Это было сделано для того, чтобы молящиеся и все те, кто приходит в храм, имели возможность увидеть ту красоту, которая находится за иконостасом в районе апсиды. И там мы видим как раз изображение Божьей Матери Всецарицы с младенцем, с Богом-младенцем, изображение ангелов-херувимов. И как раз низкий иконостас дает возможность эту красоту лицезреть. Роспись храма выдержана в классических традициях, сформированных временем. Это как книга, которую можно читать. На стенах изображены евангелийские события, в том числе связанные с Иисусом Христом, начиная с Его рождения и до воскресения. Взору прихожан предстают ветхозаветные пророки – Моисей, Давид. Интересные изображения и учителей церкви. Учителя церкви – это довольно-таки важные для нашей веры люди, которые в свое время, благодаря талантам, которые Господь им даровал, они смогли и отстоять христианскую веру, и защитить ее от ереси, от расколов различных, смогли развить эту веру и передать через свои литературные произведения дальнейшим поколениям. В росписи храмов обязательным моментом является изображение святого, чьим именем он освящен. И здесь, на южной стороне, запечатлен один из самых известных эпизодов жития великомученицы. Во время строительства церкви на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, видя, как тяжело рабочим, она тайно ночью на себе поднимала кирпичи наверх возводимого храма, тем самым помогая им. Еще одно изображение святой не привязано к какому-либо случаю ее жизни. Оно просто олицетворяет образ святой. Мы видим, что с ней беседует Господь, то есть этим самым показывается, какой святости достигла Ксения во время своей жизни, что сам Господь являлся ей, что она сподобилась во время жизни общения со Христом. Узнать о житии других святых можно из текста молитвы, который висит у каждой иконы, и это является отличительной особенностью нового храма. В молитве часто выделяются аспекты из жития святого, ну и также это помогает тем людям, которые только-только приходят в храм или редко заходят в храм, помогает им правильно настроиться на молитву.
Новый храм в деревне Слобода живет полноценной жизнью. В нем совершаются все положенные таинства и богослужения. Начала действовать воскресная школа для взрослых, программа которой рассчитана на 4 года. За это время слушатели ознакомятся с богословскими дисциплинами, с писанием Ветхого и Нового Заветов, с общей историей церкви, с историей русской церкви, с основными положениями православной веры и многим другим. Мне очень нравится занятие. Батюшка очень интересно рассказывает, очень грамотный. Муж, как бы, к сожалению, еще не ходит в храм, но не противится тому, что я хожу в храм. Вот. И даже уже прислушивается. Там я ему рассказываю, что мы проходим. Ну, детям тоже рассказываю. Мы мало что знаем про христианство наше. И чтобы получить знания эти, я записалась в эту воскресную школу. Для меня это открытие, откровение. Вот. Знаний я получаю много. Преподаватель у нас очень достойный, грамотный, молодой человек. Он может все это толкование принести вот с точки зрения видения молодежи. Не так, как старые батюшки для нас, может быть, преподносят это. Просто благодать. Такой храм, такой настоятель храма. Такие уже прихожане, которые уже многие стали, ну, такими уже знакомыми, родными людьми. Вот. Плюс еще в сентябре открылась вот эта школа воскресная. Вера без знаний, она мертва. Храм все больше наполняется постоянными прихожанами. Постепенно создается община, которая уже участвует в приходских событиях, одним из которых стала паломническая поездка по святым местам. Были в Катьковском Покровском монастыре, у нас проводилась и там экскурсия, и в Лавре экскурсия. Вместе с этим мы посетили и Московскую духовную академию. В общем, мы познакомили наших прихожан с, как называют это место, с духовным сердцем нашей России, с Лаврой, с житием преподобного Сергия. Новый храм в деревне Слобода, освященный именем великомученицы Ксении Петербургской, только начинает свой путь в православном мире. Построенный в 21 веке, он стал достойным дополнением в череде храмов Видновского благочиния, 7 из которых являются историческими памятниками. Людмила Медведева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. А теперь о самом главном. Поговорим о Великом посте. 2 марта начинается Великий пост. Пост – это время воздержания христиан от некоторых видов пищи и питья. Великий пост – это время подготовки верующих к встрече праздника Пасхи. В этом году Пасха празднуется 19 апреля. В течение Великого поста рекомендуется уделить внимание не только своему питанию, но и богослужению, которые в эти дни содержат в себе особые тексты, помогающие понять смысл и значение страданий Иисуса Христа. Великий пост возникает во II веке. Изначально он был менее продолжительным, но более строгим. Уже в III веке он мог длиться от 1 дня до 40 часов или целой седмицы. При этом предполагалось полное воздержание от пищи. В своей идее Великий пост был подражанием 40-дневному посту Спасителя, который он совершил после своего крещения на Иордане. Сейчас Великий пост продолжается 40 дней, а точнее 6 недель или 6 седмиц, к которым присоединяется Страстная Седмица. В это время Церковь вспоминает последние дни земной жизни Спасителя. Также Великий пост называется Святой Четыридесятницей. У каждого может быть своя мера поста – и о том, какую меру строгости поста избрать, можно посоветоваться со священником. Выдающийся христианский святой, святитель Василий Великий, говорил о посте так: «Берегитесь измерять пост простым воздержанием от пищи. Тот, кто воздерживается от пищи, а ведет себя неподобающе, уподобляется дьяволу, который, хотя ничего не ест, однако же не перестает грешить». Слухом есть такой аккорд, которым царь Давид был горд. Прославить Бога, плача и ликуя. В падении минорных нот мажором
отмечая взлет. Он сбитый с толка пел лишь «Аллилуйя». Аллилуйя, 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 аллилуйя. Казалось, вера так тверда, но с кровли взор, и навсегда воскликнул он: «Версавию люблю я». Низвергла с трона из седла, забыть заставила дела, но губы все шептали «Аллилуйя». Аллилуйя, 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 аллилуйя. На верном небе сущий Бог мне преподал любви урок, чтоб знал я твердо цену поцелуя. Мой крик в ночи, мой свет в окне, где все, что мило было мне, осталось лишь святое «Аллилуйя». Аллилуйя. Дорогие друзья, представляем вашему вниманию нашу новую рубрику «Символ верных». Она о том, что нас объединяет, делая нас уникальными. А сегодня в гостях у нас замечательный священник Олег Осадчий и Марина Юркова. Здравствуйте, дорогие Здравствуйте. Друзья. Здравствуйте. Ну что же, дорогие друзья, мы сейчас слышали известную песню, которая, не побоюсь сказать, является хитом. При этом мы видим, что перед нами сидит мужчина в подряснике с бородой, рядом с ним восхитительная барышня. Расскажите о себе. Кто вы? Чем вы занимаетесь? Сегодня вечером или вообще? Можно начать издалека. Марина, расскажешь о себе? О себе? Да. Ну хорошо, если начать совсем издалека, то с детства я сказала, что я никогда не буду заниматься музыкой, никогда не буду преподавать. Итог. Я регент Георгиевского храма, регент правого хора, и очень люблю свою работу, и преподаю в православной гимназии, и тоже очень люблю свою работу. Прекрасно. Нельзя зарекаться, да? Нельзя зарекаться, однозначно. Ну что же скажет о себе дорогой отец Олег? Ну, во-первых, отец Олег священник, и священник с гитарой. Не только с крестом и Евангелием, не только с проповедью, но и, как мы видели, с гитарой. Расскажите, дорогой отче, как так вышло? У меня было все совсем по-другому, чем Марина. Я, наоборот, с детства очень хотел петь, быть музыкантом. Я однажды отломал антенну от чего-то, по-моему, от телевизора или от приемника. Вот, это был мой микрофон. Я ходил по квартире, пел в него. Вот, я очень хотел заниматься музыкой. И так все и случилось. Вот я занимался музыкой в разных группах до того, как стал священнослужителем, до того, как там женился, и моя жизнь изменилась, как я считаю, в лучшую сторону. Спасибо Богу за это. Вот. Но музыкой продолжаю заниматься, несмотря ни на что, и иногда вопреки всему, потому что времени катастрофически не хватает, но есть большое желание. Это прекрасно. А вообще интересно узнать, а что, вот, дорогой отче, в твоей жизни было первичным? Музыка или христианство? Или это как-то вместе тебя захватило? Расскажи. Ну, благодаря моей маме все это захватило меня одновременно. Поэтому мне, наверное,
легче заниматься музыкой, потому что я не вижу в музыке, как многие, к сожалению, видят в музыке, что-то противоречащее вере, да, вере в Господа Иисуса Христа. Мне кажется, здесь нет каких-то противоречий. Ну, если, конечно, не заниматься какой-нибудь музыкой совсем странной. Вот. А так, с детства, то есть я помню, что мама меня приводила в храм, мама же ставила мне пластинки «Битлз» и Высоцкого, и, конечно, ну и, конечно же, классическая музыка тоже была в моей жизни. Все это на меня повлияло. Это, конечно, замечательно, удивительно. А не было ли когда-нибудь вот в твоей жизни какого-то переломного момента, когда ты задумывался о том, что бросить, что оставить? Нужно ли что-то бросить для того, чтобы стать хорошим христианином и прийти к тому, чтобы стать священником? Потому что все-таки мы знаем, что особенно для молодых людей, те, кто хотят быть горячими христианами, когда они приходят к церкви, такая проблема встает. Все бросить и уйти молиться, поститься, или же все-таки этого делать не стоит? Ну, мне кажется, что крайности вообще плохо, в духовной жизни особенно плохо. И ну, нужно быть очень осторожным, да, внимать сердцу, смотреть, что там происходит, вот, и находить ответы, в том числе и на такие вопросы. Но дело в том, что для меня музыка была такой отдушиной вместе с храмом. Да, то есть я ходил в храм в детстве, я был алтарником, певчим хора, и при этом вот, занимался музыкой. Это была большая душа, потому что мое детство пришлось на советское время, и без музыки было бы совсем плохо. Вот. Но у меня был выбор перестать заниматься музыкой. Я часто на концертах, беседах говорю об этом. Я отложил гитару в сторону, другие инструменты, перестал писать песни и думал, что это абсолютно нормально. Да? То есть теперь я там, диакон на тот момент был, теперь я священнослужитель, у меня есть семья. Все прекрасно, музыка когда-нибудь потом или вообще никогда. Ну, родилась дочь и написалась песня. И это был новый цикл. Вот. Потом я встретил Марину, других наших музыкантов, и мы решили сделать группу. У меня до сих пор полет пока нормальный. Ну, то есть жизненный опыт тебя убедил в том, что бывших не бывает? Пожалуй, да. Это очень интересно. Сейчас я уже чувствую, что я не могу иначе. Вот. Но людям это нравится. Я не могу сказать, что музыка – это проповедь. Но мы поем в том числе и о Христе, и о святых. И мне это даже, могу сказать, что да, помогает как-то находить общий язык с людьми, которые обращаются ко мне как к священнику. Ну, наверное, проповедь – слово довольно многозначное. И под этим словом можно понимать довольно разные вещи, как проповедь в храме, когда ты стоишь в облачении с крестом в руке, рассказываешь о Евангелии, о церковных праздниках. А может быть ли проповедью, на твой взгляд, что-либо иное? И должна ли она быть вот обязательно, ну как говорят, агрессивной, обязательно в церковных одеждах, скажем так? Новый, или она может осуществляться? Новый альбом группы The Raindrops «Агрессивная проповедь». Я вдруг представил себе такой кошмар. Вот. Я считаю, что, конечно же, ничто не должно быть агрессивным для христианина. И проповедь должна быть разнообразной. Здесь я согласен. Да, я думаю, что можно ловить рыбу и проповедовать. Ну, не рыбе, конечно, вот, а тем, кто ловит рыбу с тобой. Если ты вежлив с людьми, если ты стараешься в каждом человеке видеть своего брата, свою сестру и помнить о том, что на всех нас смотрит Господь, и ему не все равно, что и как мы говорим и делаем. Ну вот, как я понимаю, вы же все служите Богу в одном храме. В храме Георгия Победоносца, города Видное. Отец Олег, ты там служишь священником, Марина руководит хором. Как так вышло, что вы решили создать группу? Это же очень интересно, что мы, православные христиане, в храме можем не только собираться для того, чтобы совершить богослужение, а еще для чего-то. Расскажите об этом. Я могу два слова давай, сказать, давай. Если отец Олег позволит. Конечно, конечно. А у нас был рождественская трапеза была. Отец Михаил все время нам устраивает праздник на большие торжества. Такой внутриприходской, семейный практически. И отец Олег и Володя, Владимир Какович из нашего хора, они решили вместе сыграть Боба Дилана, если я не ошибаюсь. «Knockin' on Heaven's Door», да. Я случайно услышала, как они вдвоем ее играют. Я
впечатлилась настолько, что не побоялась подойти и попроситься третий, немножко подыграть на скрипке. Мне ужасно захотелось, и я как-то поборола стеснительность и подошла и попросилась. Мне разрешили, мы немножко порепетировали, и это, мне кажется, наш был первый концерт втроем. Да, да, это было здорово. Мы до сих пор втроем играем, но к нам присоединились еще замечательные люди. Все развивается, мы там записали после этого альбома, много всего интересного было. Надеюсь, и будет, но да, это было именно так, вот на таком приходском празднике. Кстати, в этом году мы уже сделали такой серьезный концерт на Рождество в детской школе искусств. Наш замечательный зал с очень хорошим звуком. Вот. Было, по-моему, интересно. Да. Совместно вот с Марининым хором было здорово. Ну, в планах у нас дальше еще более крупные музыкальные формы. Да, батюшка, я сталкивался с такими мнениями, но мне было несложно, потому что в основном это были мнения от близких людей, с которыми можно было об этом подискутировать. Для меня это всегда было таким маленьким, можно сказать, духовным упражнением. Постараться ответить с любовью, с пониманием, да, не сказать там, вы ничего не понимаете, это нормально, да. То есть это, конечно, неправильно, да, вот так было бы. Мы беседуем, объясняем, то есть я предлагаю людям посмотреть на тексты наших песен. Некоторые наши песни написаны на стихи ирландских, шотландских там, поэтов и даже святых людей. Вот. Конечно, честно говоря, бывает так, что видишь человека в подряснике, а иногда и в рясе, что еще более страшно, с гитарой. В рясе, потому что длинные рукава, и очень неудобно это все делать. Ну, бывает по-разному. Я внутренне нахожу какого-то противоречия. Иногда задают вопросы, да, люди. Ну, как правило, наверное, я не погрешу, если скажу, что, ну, наверное, 90% людей, с которыми мы говорим, они как-то к нашей музыке относятся все-таки положительно. Вот. Насколько вообще стоит нам, верующим людям, бояться экспериментировать. Экспериментировать в хорошем смысле этого слова. Находить новый язык для того, чтобы выразить свои мысли, для того, чтобы наладить контакт с людьми молодыми, в том числе с людьми нецерковными, и, может быть, отрицательно относящимися к церкви. Стоит ли этого бояться? И что делать с этими страхами? Ну, я думаю, что бояться вообще ничего не надо. Да? Господь часто на страницах Евангелия говорит нам именно эти слова. Не бойтесь. Конечно, все зависит от культуры поведения, да, культуры исполнения. Если, например, я приду к школьникам, к студентам и начну исполнять песни певицы Билли Айлиш, которая сейчас очень популярна в молодежной среде, это будет смотреться как-то странно. И, наверное, так делать не надо. Но мы можем показать, что есть и другие направления музыки, да, которые молодежи могут быть интересны. И здесь вот такие эксперименты, мне кажется, это хорошо. Вот. Ну, конечно, мы молимся, мы стараемся соотносить то, что мы делаем. Это касается не только музыки, а всего, что мы делаем, с Евангелием. Да, и очень полезно себе задавать вопрос, а как бы к этому отнесся бы Господь, к тому, что я делаю. И тогда, я думаю, многое может встать на свои места. Ведь миссионерство – это все-таки слово не только и не столько для тех, кто уже присоединился к церкви, а и для тех, кто находится за ее оградой. Прежде всего, да. Есть ли какое-то свидетельство того, что люди, которые пока еще не понимают, что такое церковь, кто такие священники, кто такие верующие, через ваше творчество как-то меняли свое мнение, поворачивались лицом к христианству? Такой опыт, милости Божией, есть. В социальных сетях бывает, люди пишут, мы были на вашем концерте, мы были удивлены, нам стало интересно, мы там начали читать там, книги какие-то. Это, ну, за это очень становится радостно, и можно Бога поблагодарить. Я участвую еще в группе «Ихтис», вот мы ездим по городам, и бывает тоже, что выступаем совершенно перед вот такой публикой неподготовленной, и люди потом тоже пишут, есть отклик. Вот на такое христианское именно. В том числе творчество. Люди, которые не являются постоянными прихожанами. Да, абсолютно, абсолютно светские люди. Замечательно. Расскажите, дорогие друзья, почему английский язык? Вы сказали, что он занимает важное место в вашем творчестве. Мы это, собственно говоря, и слышали. Почему английский язык? И вообще, как он дается тебе, дорогой отец Олег, как он дается тебе, Марина? Марина удобно уже привыкла, она сначала сопротивлялась, а потом она сдалась. Удобно ли петь, да, и для чего это нужно?
Хорошо, я попробую ответить, если Марина может дополнить. Сейчас мы, кстати, все больше и больше поем на русском языке, для того, чтобы быть ближе к народу. Вот. Ну и меня просто музыканты говорят: слушай, ну хватит уже петь на русском, на английском, потому что надо на русском, нас будут больше приглашать, и они оказались правы, слава богу. Но все-таки английский язык лично для меня – это, можно сказать, такой определенный инструмент. Можно играть музыку на балалайке, да, можно играть музыку на треугольнике или на любом другом инструменте, но если ты играешь фолк-рок, инди-фолк-музыку, да, то, наверное, все-таки ты будешь исполнять ее на акустической гитаре больше всего. Вот. А язык здесь тоже – это такая определенная краска, которая помогает выразить то, о чем ты поешь. Ну и, конечно, я вырос на англоязычной музыке, чего греха таить, как говорится, да, и поэтому все это на меня повлияло, и здесь язык, он как неотъемлемая часть вот такого стиля, можно сказать, музыкального. Замечательно. А где же ты ему обучился в таком совершенстве, что можешь писать и свои песни? Ну, до совершенства далеко, на самом деле, честно говоря. Но мне помогли кубики, как это ни странно. Я в возрасте там 3 лет ползал по коврику, играл в кубики, а моя мама уже тогда преподавала английский язык, в том числе и как репетитор. Я слышал эти слова, они как-то вот меня вместе с кубиками вот так мне помогли, да, вот этот язык полюбить и понять. А кроме того, когда я уже был подростком, я был прихожанином храма, в который регулярно приезжали православные христиане из других стран, вот, которые разговаривали на английском, и была практика языка. Кроме того, мы с ними там музицировали, обменивались какими-то музыкальными находками, вот, и все это вот как-то вместе так на меня повлияло, за что я очень благодарен вот тому времени. Это было очень интересно. Прекрасно. Мы с вами говорили о том, как ваше слово, музыкальное слово, влияет на аудиторию. А что происходит у вас внутри коллектива? С тех пор, как вы стали вместе музицировать, стали вы настоящими друзьями, стали вы друг другу ближе? Помогает ли это вам? Или наоборот, Марина постоянно торопится на спевки, чтобы подготовиться к службе? Отец Олег как-то между богослужениями нервничает, пытаясь собраться. Я обычно нервничаю после богослужения, когда нужно поскорее всех собрать и привести на репетицию. Как вот это происходит у вас внутри? Ну, мы когда на радио «Вера» были, подобный вопрос тоже прозвучал, и я как-то, не подумав, так сказала, что группа – это часть досуга моего. Потом я подумала над тем, что я сказала, и поняла, что это неверно. На самом деле это часть жизни большая, потому что это то, на что всегда найдешь время, несмотря на страшную загруженность. Мы порой дни рождения празднуем во время репетиции в группе. У нас и такое бывало, да? На концерте, прямо на сцене празднуем. И на концерте, и на сцене. Такое тоже бывает. Это большая и важная часть жизни, на самом деле. Не побоюсь этих слов, наверное. Все-таки это как семья, да? В семье все готовы иногда друг друга поубивать, да, вот. Но при этом любят друг друга, учатся любить. Вот у нас то же самое, да, репетиции, как говорит наш звукорежиссер Анатолий, репетиции должны проходить вот так кроваво, да, образно говоря, потому что на репетициях надо работать, и иногда вот как-то задумываешься, вот ты сейчас очень строг с людьми, а может быть, не надо быть настолько строгим, а потом понимаешь, что надо. И потому что в строгости бывает любовь, правда? Да. Ну, Марина как регент большого клиросного я хора. Я прекрасно понимаю. Понимаю, да. Вот, мы учимся друг друга любить, понимать и как-то друг друга корректируем. Дорогие друзья, я очень рад нашему разговору, и мы ждем от вас финальную песню на сегодня. See the show.
Большое вам спасибо, дорогой отец Олег, дорогая Марина. Ну а сегодня у нас в гостях были священник Олег Осадчий и Марина Яркова. Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания. До свидания.